По информации регионального Роспотребнадзора, люди старше 65 лет – самая уязвимая категория. Нередко заболевание коронавирусом заканчивается для них летальным исходом. Чтобы оградить старшее поколение от COVID-19, с 11 октября временно приостановлено действие социальных транспортных карт для граждан 65 лет и старше, не прошедших вакцинацию и не имеющих сертификата о перенесенном заболевании. Но в итоге картами не смогли воспользоваться и те, кто сделал прививку, поскольку они не обладают техническими знаниями, чтобы использовать QR-код или смартфонами. Ситуацию нужно срочно исправить, заявил губернатор. Приняли решение, было предложение оперативного штаба, приняли решение по социальным картам. Но смотрите, что происходит. У меня огромное количество сейчас жалоб людей. На какой предмет? Что люди старшего поколения вакцинировались, переболели, а им социальные карты закрывают. Здесь, на мой взгляд, совершенно очевидно, мы не доработали с этой возрастной категорией. Здесь, конечно, нам необходимо, чтобы все социальные работники включились в эту работу. Дмитрий Азаров поручил региональному Минздраву всем социальным службам региона с привлечением волонтерских организаций в кратчайшие сроки наладить работу по оказанию помощи жителям старшего поколения в получении необходимых документов и отладке работы карт. Эту задачу он поставил перед всеми главами муниципальных районов и городов Самарской области. Губернатор поднял вопрос о разблокировке транспортных карт тем, у кого есть медицинский отвод. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян сообщил, что в ближайшее время в поликлиниках на постоянной основе будет организована работа врачебных комиссий, чтобы люди, в том числе пожилого возраста, могли подтвердить временное противопоказание для вакцинации. Каждому пациенту, у которого фигурирует временный медицинский отвод, который на деле является временным противопоказанием к вакцинации, необходимо явиться в поликлинику по месту жительства, который он прикреплен, и, соответственно, прийти на врачебную комиссию. Предварительно созвониться через телефон либо горячей линии соответствующей поликлиники, либо просто явиться на прием к своему лечащему врачу. Глава региона также обратил внимание на необходимость увеличения темпов вакцинации населения, особенно в старшей возрастной категории. Общий темп прививочной кампании от коронавируса по итогам прошлой недели вырос до 8 тысяч вакцинаций в сутки. Сегодня более 1 миллиона 223 тысяч жителей региона сделали прививку от коронавируса. Более 1 миллиона 140 тысяч человек полностью завершили вакцинацию. Привиты 58% населения, рассказал министр здравоохранения Армен Бинян. Виктория Шарая, «События».